Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Honda Stream 2009 год. В красивом черном цвете, бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, 143 лошадиных силы, АКПП, передний привод. Красивые оригинальные литые диски на хорошей летней резине. Имеются ветровички, повторители в зеркалах, немножко хрома. Пробег 120 тысяч километров, аукционный балл 3,5. По салону чистый темный ухоженный салон, не прокуренный. Три ряда сидений, имеется климат-контроль, кондиционер, хорошая мультимедиа, мультируль, имеются подрулевые лепестки, электрорегулировка зеркал, противотуманные фары,